сорт перца Хабанера Ред Доминикана. Это перец родом из Доминиканы. Куст может достигать высотой от 70 до 90 сантиметров. Вот такие вот морщинистые перчики красного цвета. Вот они как они созревают, интересно. От светло-зеленого, потом идет оранжевый и до красного. Такие очень красивые, интересные плоды. Сорт высокоурожайный, очень много плодов. Если его выращивать в теплице, он может достигать даже до метра в высоту. Но так как он у меня растет тут между томатами, здесь практически свет ему не попадает. Вот он у меня такой маленький, света не хватает, но зато плодов очень-очень много. Срок созревания этого перца 120 дней. Острота у него от 150 тысяч до 325 тысяч единиц по шкале Сковеля. Это довольно острый перец и очень урожайный. Вот если вы будете выращивать его у себя на балконе или в горшках на подоконнике, он может достигать где-то сантиметров 30, до 50 сантиметров. Все в зависимости от почвы, какую вы будете его содержать. Почва не должна быть очень рыхлая. Можно просто самый обычный чернозем. Без добавления торфа, без ничего. Чем будет мягче почва, тем, соответственно, растение будет выше. Этот перчик имеет вкус хабанера. Это специфический вкус, как бы тут в словах не объяснишь. Ну, очень вкусный. Видите, какой он светло-оранжевый, такими красными бочками. Потом, когда полностью созревает, становится полностью красным. Очень вкусный, ароматный перец.